Алоха, друзья! Сегодня я покажу 26 мегакрутых товара для вашего автомобиля, которые однозначно могут вам пригодиться. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. На дворе лето, и если вы открываете люк, то в него могут залететь различные комары, мухи и прочая живность, которая способна доставить неудобств. Чтобы не допустить попадания насекомых в салон авто сквозь открытый люк, поставьте антимоскитную сетку. С сеткой вы можете открывать люк и не бояться, что в машину залетят незваные гости. Кроме того, сетка также защищает и от прямых солнечных лучей. Антимоскитная сетка универсальна. Она устанавливается с помощью магнитов и подойдет к любому автомобилю. Размер сетки 95 на 55 сантиметров. Сетка хорошо пропускает воздух и обеспечивает вентиляцию салона. Что может быть страшнее, чем потерять ключи от машины? Попадая в такую ситуацию, водителя охватывает паника. Хорошо, если есть второй комплект ключей, и вы можете за ним быстренько съездить на общественном транспорте. В противном случае придется вызывать автовзломщиков, а это та еще морока и потеря ценного времени. Намного лучше в такой ситуации иметь Bluetooth-маячок, который поможет отыскать потерянные ключи. При нажатии на кнопку на смартфоне маячок издаст сигнал, и если вы находитесь от ключей слишком далеко, то последнее местоположение, где работало сопряжение телефона и маячка, будет отображаться на карте. Он отлично работает как с Android, так и с iOS девайсами. Есть разные цвета корпуса. Покупая автомобиль на вторичном рынке, его следует тщательно проверить, так как продавцам верить нет смысла, ведь каждый хочет продать свой автомобиль подороже и может скрыть важную информацию. С помощью толщиномера можно легко определить, красился ли кузов и была ли машина в ДТП. Аппарат поможет уберечь вас от нежелательной покупки ушатанного автомобиля. Устройство очень компактное, всего 6,9 см в длину и 3,8 сантиметра в ширину. Есть черно-белый дисплей и шнурок для ношения. 200 штук установочных, или как их еще называют в простонародье, безголовых болтов под шестигранник. Поставляются в пластиковом органайзере. Болты изготовлены из прочной нержавеющей стали, которая имеет высокую износостойкость. В комплекте поставляются болты от 3 до 10 мм, каждый размер в количестве 20 штук болтов. Если ремкомплект не помог восстановить ваши форсунки до рабочего состояния, или вы не хотите связываться с разбором и ремонтом, то вариант купить новые форсунки как раз для вас. У продавца есть форсунки на автомобиле разных марок, моделей, годов выпуска и объемов двигателей. Вы можете купить сразу 8, 6, 4, 3 или всего одну форсунку. Здесь вы наверняка найдете запчасти для своего автомобиля. Данное устройство выполняет роль маленького бортового компьютера. Оно позволяет в режиме реального времени отслеживать два важных показателя в автомобиле – температуру охлаждающей жидкости двигателя и напряжение бортовой сети. Говорить о важности этих значений не приходится. Устройство подходит для авто с напряжением 12 и 24 вольта и в этом плане считается универсальным. Размер прибора 100 на 56 мм. Данные выводятся на компактный ЖК-дисплей. При заказе вы можете выбрать размер датчика температуры охлаждающей жидкости под свой двигатель. Установка простая, необходимая проводка в комплекте. Когда нужно много ездить на автомобиле, каким бы комфортным ни был его салон и мягкими кресла, но руки, которые вы кладете то на подлокотник, то на дверь, неизбежно устают. Чтобы добавить удобства при длительном вождении, установите специальную накладку. Она очень мягкая и удобная, а также красивая и универсальная. Эту накладку можно установить в любое место, которое вам нужно. Подушка изготовлена из кожи и имеет красную прострочку.
С давних времен любой тюнинг автомобиля начинался с ручки рычага КПП. Мастера вырезали различные розочки из оргстекла и прикручивали эти набалдашники на рычаг. Сейчас нет необходимости вырезать детали вручную, так как на Али большой выбор ручек на любой вкус. У продавца есть рукоятки от 10 до 30 сантиметров. То, что выделяет эти ручки, это яркая подсветка, которая сделает салон автомобиля более стильным и броским. В комплекте зарядный кабель USB и винтовые адаптеры. Антенна для приема радио в машине. Особенность антенны заключается в наличии электропривода, который складывает и раскладывает антенну. Антенна изготовлена из нержавеющей стали и состоит из 5 секций. Устройство обеспечивает хороший прием FM и AM частот без искажения звука и шума. Антенна работает от напряжения бортовой сети 12 вольт. В комплекте поставляется 1,4 метра кабеля для подключения. Включение, крепление и саморезы для монтажа антенны. Магнитола стандартного размера с небольшим сенсорным дисплеем. Диагональ экрана составляет 4 дюйма. Такого размера достаточно для удобного серфинга по меню и настройкам. Кроме того, есть возможность подключить камеру заднего вида. Ее картинка также будет выводиться на дисплей. Благодаря штатному типу 1DIN, магнитола универсальна и подойдет для любых моделей авто. Есть Bluetooth, AUX, а также поддержка флеш-накопителей. Версия Bluetooth 4.0. Разрешение сенсорного дисплея 800 на 480 пикселей. Мощность аудиоусилителя составляет 45 Вт на 4 канала. Интересный аксессуар и нужный почти каждому автомобилисту. Чтобы избежать штрафов и безопасно утопить педаль газа, используется устройство, которое заранее предупреждает водителя об опасности на дороге. Данный прибор оснащен GPS-детектором и всевозможными обновлениями карт, что позволяет ему уверенно распознавать контролирующее устройство с расстояния 800-1000 метров в зависимости от ландшафта местности. Если кнопки запирания дверей в вашем авто вышли из строя, либо вас просто не устраивает штатная комплектация, можно приобрести комплект кнопок в оригинальном дизайне и различных расцветках. При выборе кнопок необходимо учитывать модель эксплуатируемого вами авто. Магнитный кабель для зарядки смартфона. В продаже есть три штекера – micro-USB, Lightning и Type-C. Вы помещаете этот штекер в зарядное гнездо телефона и можете больше его не вытягивать. В дальнейшем это не понадобится. На кабеле от зарядки находится другой магнит, и в итоге, просто поднося телефон со вставленным штекером к концу кабеля, они притягиваются и создают цепь для зарядки. Световая индикация в виде одного светодиода показывает, что зарядка пошла. Данная модель отличается от своих аналогов еще и круговой формой, так что не нужно искать какое-то специальное положение для подключения. Накладки на внутренние пороги автомобиля все чаще и чаще используются российскими автолюбителями и тюнинг-ателье. Такая популярность имеет в своей основе две главные причины, а точнее их уникальное и выгодное сочетание. Накладки на пороги с подсветкой выполняют как защитную, так и декоративную функцию. Накладки на пороги с подсветкой изготовлены из нержавеющей стали, износостойкой и вполне долговечной. Активируется при открытии двери. Вы открываете дверь автомобиля и видите светящуюся надпись на пороге. Вариантов подсветки много, как по цветовому исполнению, так и по принципу работы. Стетоскоп диагностический автомобильный предназначен для прослушивания звука работы двигателя, узлов и агрегатов при проведении ремонтно-диагностических работ, для прослушивания шумов в механической части двигателя, трансмиссии и так далее. Автомобильный стетоскоп служит для быстрой диагностики неисправностей системы оборудования путем прослушивания шумов в усиленном режиме. Сразу следует оговориться, что принципы, заложенные в
работе со стетоскопом крайне просты, однако для эффективной диагностики следует иметь определенный опыт и навык. При определенной практике и должном умении стетоскоп станет верным и надежным диагностическим прибором, посредством которого можно определить самый широкий круг неисправностей автомобиля. Продавец, который специализируется на автомобильных сигнализациях, вы можете приобрести как необходимое оборудование для обеспечения безопасности своего авто, так и различные запчасти и аксессуары. В продаже все детали для замены ЖК-дисплея, температурные сенсоры, корпуса и многое иное, а защитить брелок сигнализации от повреждений и придать ему оригинальный вид поможет широкий выбор защитных чехлов. U-Mini Dash Cam – это миниатюрный видеорегистратор, который поможет в любых ситуациях на дороге. С его помощью можно апеллировать к участникам ДТП, доказывая их вину или отсутствие ее. Размеры этого регистратора действительно очень малы – 85,5 на 54 на 38 мм. Он весит всего 70 грамм и крепится сверху 3М скотчем. Устройство имеет микрофон и камеру с сенсором 2 мегапикселя с диафрагмой 2.2. Угол обзора датчика составляет 140 градусов, камера снимает видео с разрешением 1920 на 1080 пикселей, 30 кадров в секунду. Видеорегистратор U имеет связь со смартфоном по протоколу Wi-Fi. При столкновении или других ДТП устройство автоматически блокирует запись от изменения и удаления, поэтому регистрация ДТП происходит в полном объеме. Светодиодные лампы с пультом дистанционного управления станут хорошим дополнением к вашим основным лампам. Управление цветом и режимами происходит с пульта, возможно, регулировка яркости свечения ламп. С таким комплектом цвет габаритов можно выбрать под настроение. Кстати, в некоторых автомобилях цоколь Т10 используется в подсветке салона или подсветке номеров. Количество диодов 6 штук, расположены они так, чтобы максимально рассеивать свет. В комплекте две лампы. Если вы заметили, что в вашем бензобаке часто и быстро заканчивается бензин, то, возможно, у соседа он наоборот прибавляется. При резко возросшем расходе топлива многие водители начинают менять бензонасос, фильтры и чистить форсунки, а в итоге может оказаться, что бензин просто кто-то ворует. Чтобы не допустить такого, можно поставить крышку с замком. Данная крышка предназначена для автомобилей Toyota. Она изготовлена из пластика и металла и имеет клапан для вентиляции, в комплекте два ключа. Если вы не хотите, чтобы вашим автомобилем пользовался кто-то кроме вас, будь то угонщики, родственники или друзья-приколисты, поставьте систему запуска двигателя с помощью отпечатка пальца. Такая система полностью исключает возможность использования авто другим человеком, кроме самого владельца. Установку лучше поручить опытному автомобильному электрику, чтобы он мог грамотно подключить и настроить систему. Устройство может запомнить до 120 различных отпечатков, в комплекте сам блок и необходимая проводка. Любите езду по бездорожью, рыбалку или просто активную езду по пересеченной местности? Позаботьтесь об освещении дороги. В сумерках можно не заметить овраг или яму и конкретно засадить машину так, что поможет только трактор, за которым нужно еще сбегать. Светодиодная люстра устанавливается на крышу и дает хороший пучок яркого света. У продавца есть варианты на 100 и 120 Вт. Люстра крепится на двусторонний скотч, в комплекте необходимая проводка. Даже вымытые волосы все равно имеют природный жир, который отлично пачкает подголовники сидений и оставляет стойкие следы. Для того, чтобы не пачкать подголовники, можно надеть на них чехлы. Кроме защитной функции, такие чехлы играют роль улучшения вида салона, так как на них имеется логотип марки вашего автомобиля. У продавца есть чехлы с изображением различных марок, как отечественных, так и зарубежных. Сами подголовники
Шапки изготовлены из мягкой ворсистой ткани черного цвета, а на тыльной стороне имеется небольшой карман, куда задние пассажиры могут положить телефон или мелочевку. Аптечка должна быть в любом автомобиле, мало ли что. Поэтому если у вас до сих пор нет чемоданчика с медицинскими принадлежностями, то есть отличный вариант аптечки от Xiaomi. В наборе лейкопластырь и прочие повязки, только таблеток не хватает. Есть два варианта аптечки, большая и маленькая. Какая нужна вам, решайте сами. Сумка выполнена из плотной ткани. В пространство между передними сиденьями и так падает много мелких вещей, начиная от монет до зажигалок. Так почему не пойти навстречу законам физики и не сделать в этом месте органайзер для мелочевки? Размер такого органайзера составляет 26 на 16,4 на 7,5 сантиметров. Аксессуар изготовлен из прочного ABS-пластика и имеет искусственную прострочку для придания солидности. Есть цвета почти под любой окрас салона. Естественно, каждый автовладелец хочет, чтобы его автомобиль выглядел привлекательно. Чистый автомобиль, несомненно, создает положительный имидж своему хозяину. И ни для кого не секрет, что самой загрязненной деталью авто есть колеса. Именно для их очистки и созданы конусные насадки для чистки и полировки. Имеют длительный срок службы и могут использоваться повторно после очистки. Их уникальная конусная форма отлично подходит для колес, крыльев, бамперов и других труднодоступных мест вашего автомобиля. Материалом для их создания послужили губка и пластик. Основной недостаток поездок в темное время суток и при пасмурной погоде – это быстрая усталость глаз, постоянно ослепляемых фарами встречных машин. Предлагаемая модель имеет поляризованные линзы, оправа изготовлена из алюминия. Антибликовые очки представлены широким выбором цветов, оправ и линз. Отличное решение для поездок ночью и при плохой видимости. Позволяют значительно увеличить контрастность всех предметов и снять нагрузку с глаз. На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 300 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем покеда!